Здравствуйте! Вы набрали код 812. Сегодня 2 мая. В этот день, в 1729 году, в Штаттене родилась принцесса Софья Федерика Августа Ангольцербская, будущая императрица Екатерина II. В 1845 году ее выдали замуж за великого князя Петра Федоровича, будущего императора Петра III, которого она свергла с престола в 1762 году, опираясь на гвардию. При Екатерине II произошло значительное укрепление российского государства. Проводимая ею политика получила название просвещенного абсолютизма. Она провела реорганизацию сената и секуляризацию земель, упразднила гетманство на Украине. При Екатерине усилилось угнетение крестьянства, в результате чего произошла крестьянская война под руководством Емельяна Пугачева. При Екатерине II в результате русско-турецких войн Россия окончательно закрепилась на Черном море. Были присоединены Северное Причерноморье, Крым, Прикубанье. Императрица приняла под российское подданство Восточную Грузию. В период ее правления осуществлены разделы Речи Посполитой, по которым России отошли западноукраинские, белорусские и литовские земли. Екатерина Великая вошла в историю России как императрица-просветительница.